Всем привет! Сегодня хочу представить вам выпуск своей второй книги, которая называется «100 крутых упражнений для электрогитары». Книжка специально написана для занятий для электрогитары и рассчитана на начальный, средний и профессиональный уровень подготовки. Их здесь действительно 100 штук, вот поэтому скучать вам с этой книжкой не придется. Книжка написана в большом формате. Ее можно поставить на подставку для нот, либо положить на стол. И, в принципе, написано очень крупно все, все видно. Здесь специфика такая, что здесь написана табулатура. То есть сразу же можно брать и видеть, в каких аппликатурах это все написано. В данной книге представлены самые разные упражнения. То есть это и медиаторные, и легатные, и тэппинг, и свип. Заказать данную книгу вы можете по ссылке, которая находится внизу, под роликом. Покупая, приобретая эту книгу, вы получаете полностью все видео каждому пассажу. И плюс к некоторым из упражнений вы получаете минусовки. Минусовки сделаны в разных темпах. От 60 там, до 180. Но если играется подобное упражнение в темпе 180, то оно будет и в оригинальном темпе, и в подготовительных темпах, начиная с 60, а некоторые даже от 50, и выше идти. И также, если вы преподаватель, то вы можете приобрести данный материал и заниматься со своими учениками по этому пособию. Желаю вам удачи. Пока.